Национальный банк Румынии впервые выпустил банкноту с изображением женщины. На купюре номиналом 20 леев изображена Екатерина Теодорою, первая женщина-офицер румынской армии. Она погибла в 1917 году в битве при Мерешеште, в которой командовала взводом пехоты. Прежде всего, она была первой женщиной-офицером в румынской армии. Мы столкнулись с большим общественным интересом к этой фигуре. Многие поддержали укрепление гендерного равенства. Таким образом, мы подчеркиваем важную роль женщин в истории и в обществе Румынии. Первую мировую войну Екатерина начала медсестрой, но затем стала солдатом. Ее впечатлил патриотизм раненых. На это решение также повлияла смерть ее брата Николая. Могила Екатерины Теодорою находится в городе Тыргужыу. Как свидетельствуют опросы, по популярности она стоит рядом с королевой Марией. Новая купюра выйдет в обращение 1 декабря.